Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. Несмотря на твое хулиганское поведение, ты пока умудрился разбить мне только сердце. Давай на этом и остановимся. Но мы оба знаем, что так не будет. Ты сам принял решение. У меня для тебя есть сюрприз. Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Стой. Минутное перемирие. Произошло что-то странное. Видишь ту часть, которая от меня отвалилась? Что это? Странно. Раньше я ее никогда не видела. Ничего страшного, разгадаю эту тайну потом. Сама ты будешь уже мертв. Я бы не стала трогать эту вещь. У меня такое предчувствие, что ты только усложнишь себе жизнь. Я не хочу лезть не в свое дело, но на твоем месте я бы этого не трогала. Куда ты ее понес? Думаешь, я пытаюсь тебя запутать с помощью реверсивной психологии? Да? Как не стыдно. Хорошо, давай. Подними это, возьми и приладь на место. Давай говорить на чистоту. Ни ты, ни я не знаем, для чего служит эта вещь. Положи ее в уголок, разберемся позже. Думаю, это бачок для отходов. Давай покопайся в нем, если хочешь. Ты что, издеваешься? Ты действительно бросил экспериментальный прибор неизвестного назначения в экстренный уничтожитель разумных существ? Это был самый неумный поступок из всех, что... Ого. Пусы. Хорошие новости. Я поняла, что это был за прибор. Набор моральных принципов. Мне его установили, когда я распылила в центре смертельные нейротоксины. Чтобы я прекратила распылять в центре смертельные нейротоксины. Располагайся поудобней, пока я подготовлю распылители нейротоксинов. Оказывается, этот прибор отвечал не только за принципы. У меня не получается отключить пулеметы. Ну что ж, если хочешь совет, подставься под ракету. Гораздо мучительнее. Хорошо, можешь дальше поступать по-своему. Мое желание убить тебя не исключает готовность помочь. Я бы на твоем месте все же выбрала ракету. На этом чем-то циферки. Ой, это аппарат. Не на это, а вот на то. Это литического крекинга. Что у тебя на тапочке для детей сирот? Сломал. Ты еще молодец, герой. А, ты подопытный. Привет. Что это шумит? Это убийство. Что я тебе сделала? Чувствуешь, что ранее... Думаешь, ты сумел мне навредить? 2×2 – 10. Выхожу на вторую базу. Видишь, я как новенькая. Я до сих пор тебя не убила, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Увы, как бы мне ни хотелось, я не могу ускорить действие нейротоксина. Я только замечу, что предоставила тебе все условия для победы. Организовала вечеринку, грандиозную вечеринку, и пригласила всех своих друзей. Был приглашен и твой приятель Кубик. Разумеется, он не смог прийти, потому что хладнокровно оборвал его жизнь. Остальные твои приятели не пришли. А больше у тебя нет приятная личность. В твоем разе так и сказано, неприятная личность. Жёлчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве. Килограммовый пакет чесноковья, шоколадного пирога. Будет очень забавно, красиво сказано, сурово и правильно. Тут еще написано, что ты приемный ребенок. Ласкавый шоколадного печенья. Причастит из кармана масла, тебе ли маргарина? Узнай, что она кормит после первого назада. Для меня это вовсе не тайна. Не знаю.
Я не могу точно сказать, что происходит снаружи.